Вот и побывал я на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Несмотря на мороз 15-20 градусов, впечатление было совершенно неожиданным. Не видел в этом плане более оптимистичного, красивого и поистине сказочного места, где могут прекрасно отдохнуть как дети, так и взрослые. И не видел такого огромного количества, такое буквально паломничество, сотни тысяч людей, приезжающих сюда каждый день с раннего утра и до позднего вечера, даже несмотря вот на такую настоящую русскую зиму, которой у нас уже не было давным-давно. Завтра, говорят, обещают 30 градусов. Каждый здесь может чем-то себя занять. С утра до вечера здесь проводятся какие-то интересные мероприятия, какие-то интересные забавы. И всегда что-то можно купить на память об этом месте. Что я и сделал. Получил верительную грамоту, прекрасно отдохнул, посмотрел, подышал настоящим свежим воздухом, прокатился на русской горке, на которых с детства, наверное, не катался. А также здесь есть много других аттракционов, которым наслаждаются не только дети, но даже и взрослые люди. Так что всем очень-очень советую съездить в этот удивительный сказочный городок, расположенный в 12 километрах от Великого Устюга. И наверняка каждый из вас здесь получит огромное удовольствие. Действительно, сделано от души, сделано с любовью и сделано с умом.